Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Nissan Juke 2011 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литра HR16DE. Пробег 117 242. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагары и мультсиние. Первый цилиндр. Десять с половиной килограмм. Второй цилиндр. 10,5 килограмм. Третий цилиндр. 11 килограмм. Четвертый цилиндр. 10 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.